У-ху, молодец! Фильм «Оно». Давай. Барсик. А здесь, оказывается, целая куча маленьких пакетиков. Тебе ничего брать, ты нищий. Об этом надо было думать, когда выходила замуж. Что за хрень произошла? Я так хорошо выигрывала. Потому что столько... Это 2020 год. Должны же быть хоть какие-то веселые новости. Всем привет. Сегодня у меня день рождения. Я решила заснять такой легкий влог домашний с дня рождения. Мы уже едем к моим родителям. Обычно мы не отмечаем день рождения, обычно мы ездим к своим родителям, и там они покупают по традиции большой арбуз. Мы его все едим, и он обычно должен быть очень вкусный и самый большой в городе. В общем, мы сегодня поздно проснулись, уже едем, купили шарики. Не знаю почему, но я захотела себе шарики, потому что в детстве мне не покупали шарики. А тебе покупали в детстве шарики на день рождения? Тоже никогда? Вот вообще, да? Вот родители у нас шарики не покупали. Так, мы купили шарики, но я их жутко боюсь. Чё ты смеешься? Я с детства очень боюсь шариков, и когда они трогают меня за волосы, мне прям страшно, я уже вся напряжена, вся красная и на нервах. В общем, в машине у нас вот такая красота. Очень страшно, но очень красиво. И главное... Прицеп? Ну ладно, видишь, колеса. А, я думала, это лодка. Ну, лодка-то в принципе. А, лодка все-таки, да? Вот так вот, надеюсь, что они все выживут. Потому что на прошлый день рождения мы тоже покупали шарики, и они у нас в машине все лопнули. И не все, по-моему. Очень много. У нас осталось пару штук, мы занесли домой, и они тоже там все лопнули. И пришлось ехать опять за шариками в город. У нас уже наступает осень, на дороге вон уже желтые листики лежат. И деревья многие уже пожелтели. Будет снег. Когда снег выпадает? В октябре же? В конце октября? Не, ну смотри, у меня с начала ноября сессия, и уже снег лежит. Ну, блин, может, эти шарики. Ну, может и 9 октября выпасть. Не расставить. Может выпасть и в ноябре. Он прям возле меня. Ты что? Бери. Смотри на дорогу. Короче, я столько натерпелась стресса, у меня аж веки вспотели. Веки вообще, я чуть что потеют веки в любой непонятной ситуации. Ну окей, ладно. У нас тут на столе селедка под шубой. Рыбка. Тугунок. Малосольная, да? Северная рыба. Малосольная или маринованная? Малосольная, северная рыба. Считается несвежная. Сибирская. Енисейская селедка. Енисейская. Речная, селедка. Речная, красная, правильно? Енисейская селедка. Речная. Размер ее. Маленькая. Вот мой палец, а он да. Рыба. Съешь такой? Нет. Вообще красиво, серебристая. Это у нас капуста с болгарским перцем, с морковкой. Все, да? Лук. Угу. Масло кукурузное. Вино. Морсик. Компот. Извините, компот. Компот. Черноводный. Хорошо. Компот. И вот это вот как называется? Как это называется? Ну, это... Ну, как сказать, запеченная картошка с мясом. Мы запеченная. И овощами. Да, тут у нас свинина и говядина, правильно? И маленький тугунок. Фокус от коляшки. Да это фокус меня бабушка в 4 годика научила. И ты с 4 лет умеешь, да? Да. Берем длинные волосы. Угу, да, у тебя очень длинные волосы. Очень длинные волосы. Метровые, видите, волосы? Угу, да. Наматываем. У тебя один всего лишь был такой. Ты возле спичи чуть-чуть за километр. Зачем? Нет, так он, хорошо. Он наматывает. Крутит за километр. И вот, и сейчас резко так потянет. О! Отлетело. Отлетело! Чудеса! Ты прямо на торт, Аня. Нет, не на торт. Все. Вот. А где волос? А волос все пропал. Фокус из-за 300. Да, фокус из-за 300. Да, мне нужна твоя борода. Борода. Видишь? Фокус даже, смотри внимательно. Возьмем у тебя тихо. Возьмем у тебя самый длинный волос бороды. Намотаем его. И. Оп! Видишь? Какой у тебя волос. Длинный, крепкий. Понял. Че понял? Че понял?
прям волшебник. Ты волшебник. А я, значит, подумала и сказала, а ты это шарлатан, не волшебник. Коттерфильд. Нету зажигалки, так что продолжаются спички. Это. Ну ты чё? Зачем ты ешь? Ты чё? Потому он одной ногой ходит. Потому что спичку съел, да? Я тут работаю. Чё, бля? Да. Ты сильно быстро это сделал. А ты где? Стой, все нормально. Я стоп, я же. А ты спички запихаешь, заткнешь. Кто-то же должен повеселить жену мою в день рождения. Какие нам циферки нужны? 2 годика. Ну, мне так и сказали. И 9 месяцев. Вашим детям 2 годика и 9 лет, да? В смысле, тебя в магазине так спросили? Да. Вашим детям 2 и 9? Ну, я шарики покупал. Я сказал, да, моей маленькой девочке 2,29. А, ничего. Нет. Подожди, нет, не так. Вот сюда, ко мне лицом. Давай я. Нет, давай я. Правильно? Раз и два. Так, давай только без скрипа. Все, 29. Сможешь зажечь? Я? Нет, я не умею спичками пользоваться. Сейчас я попробую. Давай. Ой, я боюсь, она мокрая. Ты ее облизала, обслюняли. Да, ну да, давай, чтобы не обожгла тебя. А ты мое лицо видишь? Да, а конечно. А как надо, чтобы не обожгла? О, блин! Я спичку первый раз в жизни зажгла. 29 годиков. Она зажгла. Да, ложи сюда. Уложу. О, прикольно, я сама зажгла. Так, куда ее взять? Арбуз приехал. Так, ну сейчас. Так, ну сейчас. Сосредоточено. Молодец! Задула. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Марсик, по тебе все соскучились. Марсик, наверное, чтобы он сказал мя. Марсик. 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 Марсик, голос. Марсик. Марсик. Он хочет есть, он голодный. А, поехали. А, какой хочешь? Какой? Фильм «Оно». Так, давай. Я слышала, что нужно загадывать день рождения, желание на красный шарик. Угу. Поэтому у нас сегодня красный шарик и желание. Угу. Загадала? Нет. Сосредоточься. Батарейка садится. Шутка. Сейчас. Я уже хотела быстрее. Отпускай, ветра нет. О, прикольно. О, сразу, блин, я голову закружу. Сразу поднялся высоко, да? Ура, ура. Ура, ура. Что я загадала? Я не знаю. Да нет, я знаю, что я загадала. Счастливая жена и в семье все хорошо. Я? Да. Почему? Я не знаю, почему ты сегодня счастлива. Я? Ну, да. Я стараюсь. Молодец. Я стараюсь быть счастливой, потому что день рождения. Хотя на самом деле я чувствую себя плохо. Так что все, желание улетело исполняться на небо. А мы будем жить на земле. Да, продолжать. Вон он, кот. Кот. Жена с шариками. Макс, хочешь понюхать шарики? Ты сама их боишься? Он боится меня шариками, смотри. Все. Вот я примерно так же боюсь. Я тоже хочу убежать. Беги. Но у меня нет выбора.
Ты чё, бешеный кот? Ну, угу. Все, привыкла к шарикам. Чуть-чуть. Как не можно привыкнуть, это же шарики. Угу. Мы купили шарики к моему дню рождения, только им очень весело, человек так колбасит. Так этому, этим шарикам больше не наливать. Я загадала желание на красный, его отпустила, а эти мы повезем домой, да? Угу. Если они доедут. И я уже почти к ним привыкла. Да? Ну-ка, да. Обними шарик. Шарик обними. Да. Давай. Бу! Какое забавное день рождения. Я хочу, чтобы... Твоя жена была дёргана. Это наша собачка, его зовут Рик. Да, Рик? И что кот, что собака, они все боятся шариков. Ну ты куда? Выходи! Не страшно. А, смотри, не идет. Надо их как-то зафиксировать. Да, давай пристегнем шарики. И вот у нас идет дорога такая, проселочная, да? И вот эти вот две сосны, они так красиво стоят. Приди к нам, Марсик. Марсик, ты где? Да. Марсик, приди. Только не сломай, ладно? Если она сломается, то и я сломаюсь. Ты уже сломанный. Доломаю. Часть? Я да. Вот у нас заколола спина уже 29 лет, как-никак. Так. Колола спина. Это называется ближе к пенсии на год. Что изменилось в вашей жизни за последний год? Ничего. Вообще ничего. А что, что-то изменилось, да? Наверное, что-то изменилось. Ну, ничего не изменилось. За последние 6 лет тоже. Почему это? А что-то изменилось? Два раза на море, с однушки на трешку. То есть ты этого... И все. И все, да? А машина? Что, две машины. А перелом мужа? Перелом мужа у меня... А ремонт? Ой, а кухонный гарнитур? Вот как можно выключить? Ты каждую минуту попадаешь там куда-нибудь, какие-нибудь приключения. Но как можно выключить? Каждая минута новое приключение. То зацепилась, то споткнулась, то что-то еще. Волос в глаз упал. Давайте делайте ставки, что будет через 30 секунд. Может, астероид упадет? Нет, не видно. Думаю, первые. Видите, у нас тут ремонт дороги. Светофорчик такой поставили. И делают вот эту дорогу. Это железнодорожный переезд. И вот там вот объезд. Это временный объезд. Не знаю, оставят его потом или нет. Как ты думаешь? Нет, конечно, зачем? Уберут? Угу. На всякий случай. Ну угу. А что, они будут дорогу, что ли, разбирать? Конечно. Они плюют и снимут, и везут обратно. Ну, не знаю. В общем, вон там машинки едут, а у нас пока красный. Кстати, с нами наши друзья. Они уже стали друзьями. Ой, я его даже затронула. Он сбросился еще 30 секунд показывает. Это типа, чтобы те доехали за 30 секунд. Потому что там тоже красный загорелся. Как тебе наши новые друзья? Отлично. Я с ними буду дружить и играть рядом с тобой. Нет. Так это же друзья. Нет. Это шарики. Хочу показать, что мне подарили на день рождения. И это Кейфлауэр. Это настольная игра, там бликует свет. Я надеюсь, что все видно, все понятно. В принципе, это известная настольная игра. Купить ее посоветовали мне вы, поэтому решила, пусть мне ее подарят на день рождения. Хочу ее открыть, она еще закрыта, запечатана, вся в пленке.
А ножницы я не взяла, но у меня есть ногти. Я понятия не имею, что там. Я специально не смотрела, не читала ничего про нее. Пахнет краской. Мешочек. И человечки вместе с ресурсами, я так понимаю. О, это так красиво выглядит. Гексы, которые нужно выдавливать. Насколько я знаю, это евроигра. Вот у нас есть из евроигр это Катан. Вроде как это самая база Катан. А Keyflower, то она уже более такая глубокая. Ну, хотя она совсем не похожа по своей физике на Катан. Но все-таки считается классической евроигрой, насколько я знаю. Немножко посмотрела правила. Ничего не понятно, но очень интересно. Еще один подарок, который я хотела показать, это микрофон. Нужен мне для озвучки, потому что я частенько снимаю и потом накладываю звук. Я хотела, конечно, Blue Yeti, как и все, самый известный микрофон, но сейчас, оказывается, в связи с коронавирусом его просто не завозят в Россию. Не выпускают. И не выпускают полгода, и не завозят. Короче, поэтому я решила возьму пока обычный китайский микрофон Fifine. Это Fifine K670, если что. Он тоже известный как Blue Yeti. И AirPods. Наушники мне нужны были для монтажа. Мне дарил их муж еще задолго до дня рождения, но в любом случае. Как бы хотел подарить на день рождения, но получилось чуть раньше. В общем, наушники, микрофон и Keyflower, в котором будем сейчас играть, да? Да. Надо вспомнить правила. Кто проиграет, тот будет монтировать видео. Нет, давай на шалбан. Давай на шалбан. Шалбан неинтересно. На шалбан, вот такой вот стрим берешь. Так, вот так. Ай, блин, больно. Не говори бы. Я теперь не смогу делать шалбан. Ладно, если я проиграю, ты себя ударишь. Если ты проиграешь, ты тоже себя ударишь. Нечестно. Еще мне пришли мои посылки с Алиэкспресс. Я заказывала на Алиэкспресс много всякой ерунды. Там сережки, гирлянды, трипод. Я заказывала вот такой вот маленький штативчик для камеры. Потому что у меня маленького нет. Но мне кажется, он совсем какой-то маленький. Я думала, что он будет побольше. Мне на почте дали вот пакет со штативом. И вот такой вот пакет. Я думала, там что-то одно, может, гирлянды или что-то мягкое. А здесь оказывается целая куча маленьких пакетиков. Просто очень много маленьких мелких пакетов. Видимо, они приходили на почту, их было очень много, они были очень мелкие, они решили все это в один убрать, потому что достали уже мои посылки. А извещения ни одного не пришло, кстати. Ну ничего себе, они большие. Это такие серьги, но здесь, правда, есть то ли скол, то ли клей, непонятно. Но я думаю, наждачкой все это затру. Это как типа кусочки льда. Дальше. Это маленькие мини-баночки с кусочками арбузов. Звучит как абсурд. В общем, я сошла с ума и решила заказать с Алиэкспресс всякие непонятные серьги. Тоже что-то очень плоское. Это облака на длинной цепочке. Я не думала, что оно будет до такой степени длинное, но ладно. Это серьги с картами. Они разные. Одна с картой, другая с часами. Одна длинная, другая покороче. Нифига себе, это тоже карты, и они причем, они бумажные, они помялись. Ну, я не думала, что они бумажные карты-то отправят. Но здесь прям качество вообще не очень. Это обычная бумага. Еще аж 4 маленьких пакетика. Опять бутылочки, но эти уже с водой, они такие более классические, голубенькие. Такие вот сережки. Кубики. А я черно-белый заказывала, я вот не помню. Тоже асимметрия, но они так-то, по сути, они одинаковые, они оба матовые, но просто черный с белым. И снова карты. Хорошие, ровненькие, яркие, толстые. В общем, классические карты. А здесь уже вообще даже не пластик, а металл. Ну, это классическая вещь для умывания. Такая мехпушка, которая одевается на голову, ну, типа ободок. Как-то так. Много пыли, пыльная. Сейчас ты все это увидишь. Это что за ободок? О май гад. Карты? Бутылки. Бутылки с арбузами. Арбузы не есть. Вот как все это выглядит снаружи. Сережки всякие разные. Ты тут все разбросал. Я знаю. Как тебе мои заказы? Ну ничего, пойдет. Зато через много лет, когда этого всего уже не будет, у меня будет раритет. Играем в Keyflower. Вот так вот у нас все выглядит. Как тебе игра? Ничего, нормально. Ты показываешь свой домик, а ты отогни экранчик. Мне нужен инструмент. Инструмент я могу взять. У меня там молоток, отвертка есть в прихожей. Бери, не хочу. Нервничает. Да, конечно. Проигрывает. Нет, не хочет. Я шалбан. Я не проигрываю.
Вы что-нибудь понимаете, вот что тут вообще происходит? Здесь происходит очень напряженная игра. Да. Тут прям вон чуваки на кораблях, типа, пьяные. С кирками. Так, ты расслабься. Заберу-ка я у тебя столивар. О, у меня что-то хотят забрать. Прикиньте, да? Делают ставку. Делают ставку. Вот так-то. Вот так. Давай. Пас. Почти. Че, бороться собрался? Пожалуй, нет. У меня басота больше, чем твоя басота. Потому что три больше, чем два. Она не ожидала. Я просто пасанул, она думала, у меня нету больше ничего. Обидно, да, будет проиграть свой день рождения. И получить шалбан. Я не проиграю. Это хорошо, что ты не проиграешь. Я пойду сейчас что-нибудь у тебя заберу. Давай. Блин, у тебя нечего брать, ты нищий. Об этом надо было думать, когда выходила замуж. Прошло практически полтора часа. Мы начали считать очки по гексам. Итого? Если у тебя будет три таких набора, то ты победила. Раз набор. Нет! Два набор. Че, серьезно? Может, я блефую? Да нет, ты не блефуешь. Три набор. 72, 78. Все синенький чувачок. Да, я теперь сниму твое лицо. Что за хрень произошла? Я так хорошо выигрывал. Да? Кто тебе сказал? У меня там больше очков нету. Кто тебе сказал такую чушь, что ты хорошо выигрывал? Да нет. Да блин. Да-да. У вас еще будут аргументы, кроме да нет и да блин? Давай шалбан. Ой, я не умею да, шалбаны. Давай ты будешь давай неделю загружать посудомойку. Нет, давай по шалбану. Давай два шалбана. Только не посудомойка. Давай шалбан. Можно тогда сделать 2 сотни? Да. Ау. Не больно. Я не умею шалбаны ставить. Давай, 5, 3. А можно... А, очень больно сейчас. Ау. Больно? А можно по носу? Нет. Все, 5 штук уже поставил. Ну ты же был так самоуверен. Сама-сама уверен. Давай сдачу отдам. Там батареи. Тебе тут было не дали батареи? От гады. Понравилась игра? Да. Да? Да. А первый раз не понравилось? Первый раз не понравилось. А второй раз понравилось, когда начинаешь понимать, в чем соль игры. Что ты делаешь? Смотрю видосики. Смотришь видосики. Чувствую, мне кабзда. Опять тупые видосики? Нет, это CSGS. Потому что столько... Это 2020 год. Должны же быть хоть какие-то веселые новости. У нас здесь шарики. Я покажу, сколько шарики вес держат. Та-дам! Не, ну они висят в воздухе. Прикольненько. А, как тебе сегодняшний день? Неплохо. Неплохо? Угу. Ну и нехорошо? Нет, отлично. Это у нас типа влог, да, получился? Типа влог получился. Да. Все, будем мы ложиться спать. Вот такой день рождения у меня получился. С подарками, которые я хотела и заказывала заранее. А почему подарки только по заказу? А потому что за 6 лет подарил все, что возможно. И на праздники, и не на праздники, на Новый год, и просто так. Чего у тебя нет? Вот скажи, спроси. У меня материальное все есть. Ну. Нематериального чего-то нету. Чего? Потом поговорим на эту тему. Блин, походу дело попадалось. Ты попал. Если ты хочешь знать чего, то все. Будет целая ночь разборок. Пожалуй, я перееду на пару дней. В общем, все, мы будем заканчивать ложиться спать. Все равно мы рады, что день рождения прошел хорошо. И спасибо вам за то, что вы были с нами, если досмотрели до этого момента. И всем пока-пока. Снимаю. Подожди. Назад. Да, снимай. Ой, иди. Да, да. Ну ты лежишь как дурак. Хорошо, буду лежать как умный. Лежи как умный. Тут нет выбора, надо собраться. Да, покажи как. Это. Вот так, да. Львиное рыло. Львиное рыло. Нет, да?
Львиное рыло. Нет? Да. Нет, просто. А что, львиное рыло, это не прикол?